Что у вас в Крапивницком творится? Какое интересное единодушие. Он взятку вам дал? Ну, не в первый раз, но масштабы у него растут. Это просто какие-то предвыборные сектанты. Свидетели сприяния 25-го жовтня. Ну, а чё нет? Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю кировоградский интернет, комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И да, это мое мнение, и да, это дисклеймер. И на этой неделе в Соколовке децентрализация добралась до фальсификаций. Курьезы предвыборной кампании. Цапюк приписывает себе заслуги других вероятных кандидатов. Кто пойдет в мэры Крапивницкого? Каким будет театральный фестиваль ВРС Фест, он же в прошлом в Вересневе самоцветы. И в Крапивницком опасно ни дорогу перейти, ни проехать. Чем ближе выборы, тем смешнее ситуация вокруг них на Кировоградщине. Первый прикол – это удивительное желание народа голосовать именно в Соколовке, в той, что под Крапивницким. Информацию я нашел на телеграм-канале CBN Unofficial. И что же там такого прикольного? Оказывается, в Соколовке решили голосовать 100 человек, которые там не прописаны. Это хорошая цифра, если, например, хочешь выиграть выборы на пост там, сельского головы. И самое интересное, это сотня, которые изъявили свое желание голосовать не по прописке, а именно в Соколовке, они из Крапивницкого. Мало того, 20 из них, или около что-то в этом роде, живут в одном и том же доме. Меня опять терзают смутные сомнения. Какое интересное единодушие. Это очень напоминает такие модернизированные карусели или печеньки. Помните такие технологии времен Виктора Федоровича Януковича? Тогда брали открепительные талоны и катались по стране, голосовали за Виктора Федоровича. Тут же, похоже, кто-то купил голоса, и эти купленные голоса должны приехать в Соколовку и проголосовать за того, за кого надо. Ничего не меняется, ну как так? Второй предвыборный зашквар, он стар как мир, это продовольственные наборы. Самый известный, кто засевал свой округ, это, конечно же, бывший мэр города Киева Леонид Черновецкий. Его лавры, например, не дают покоя политической силе «За мое будни». Спонсорство партии приписывают Коломойскому. А вот представляет на Кировоградщине этот политический проект Александр Горбунов, всем известный инициатор всех инициатив. Я не знаю, был ли Горбунов и на этот раз инициатором такой живучей инициативы раздавать людям еду. Но не удивлюсь такому креативу, особенно после того, как «За мое будни» зашкварилась второй раз. Александр Дудин, который позировал на партийных фотках «За мое будни», установил плакат на поселке Горном, мол, банкомат Приватбанка на поселке Горном установлен по многочисленным просьбам жителей и, внимание, за сприяние Александра Дудина. Тут вопрос даже не к Дудину, у меня вопрос к Приватбанку. А подскажите, а как выглядит сприяние Дудина? Он взятку вам дал? Или вот вы типа не слышали эти сотни тысяч обращений жителей поселка Горного, и тут в ваш офис Приватбанка зашел сам Александр Дудин, превратил воду в вино, накормил хлебами весь офис, и вы такие, да, дали согласие. Или Дудин врет, и банкомат был установлен планово. Или Дудин просто примазался к обращениям жителей Горного. И вообще, как относится государственный банк к использованию бренда «Приватбанк» в личных избирательных целях Дудина и партии «За мое будни»? Особенно учитывая, что спонсор, возможный спонсор партии «За мое будни» – Коломойский. Но это не точно. И вот, зная инициативность кировоградской ячейки партии «За мое будни», можно предположить, что вот такими плакатами можно весь город, в принципе, залепить. Впрочем, конкурентов у «Замайбах», как называют партию Коломойского, хватает. В Крапивницком любят брендировать под себя не только там банкоматы, но и лавочки, подъезды, детские площадки. Мол, это все по инициативе, сприянию, благословлению какого-то очередного претендента на распил тендеров как раз на эту детскую площадку. Это просто какие-то предвыборные сектанты, свидетели сприяния 25 жовтня. Голосуй за Лупана! Наш номер в отеле «Космос». Или взять рекламу Ольги Ковалевой «Алакили», ее выдвинули от «Слуги народа». Она вещает «Мисту потрібен лідер», как бы обращается из бигбордов. И как бы ждешь продолжения. И «Мисту потрібен лідер» и ждешь же продолжения. За кого же Ольга Ковалева «Алакили»
будет агитировать. Ведь явно же Ольга говорит не о себе. Если бы о себе, то было бы місту потрібна лідерка. А так, лідер, ну ок, лідер. Среди курьезов и ошибка телеканала ICTV. На этой неделе, показывая сюжет о кандидатах на пост мэра Харькова, они показали фотографию Андрея Коломийцева, нынешнего главы приютовской громады. Оказывается, на пост мэра Харькова хотел баллотироваться кандидат от «Свободы», ну, практически полный тезка, тоже Андрей Коломийцев. Журналисты долго не выясняли, кто из Коломийцева хочет стать мэром Харькова. Поэтому взяли и поставили нашего. Ну, а что не? Сам глава приютовской громады заявил уже, что он не собирается ни в мэры Харькова, ни в мэры Александрии, ни в мэры Кропивницкого. Остается возглавлять саму приютовскую громаду. Издание «Слово и дело» на этой неделе опубликовало список возможных кандидатов на пост мэра Кропивницкого. Напомню, кандидатуры можно выставлять с 15 сентября. Так вот, среди возможных кандидатов Андрей Райкович от партии «Пропозиция», что понятно, Ковалева Алакили от «Слуги народа», Стрижаков от «Перспективы міста», Александр Горбунов от «За майбутнє» и Александр Цертій от «Батьківщини». В принципе, «Слово и діло» перечислило всех, кто имеет шансы набрать голоса. В списке нет Андрея Табалова, он, скорее всего, сакцентируется на именно партийной борьбе, чтобы пройти и в горсовет, и в облсовет. Ну и, вероятно, отложит свои мэрские амбиции еще лет на 5 каденции новоизбранного мэра. Другое дело в Александрии. Там два явных главных претендента – это Сергей Кузьменко и Степан Цепюк. Последний настолько чудит, что я думаю, что Александрии нужно издать книгу, назвать ее «Цепюкизмы» и собрать туда все маразмы и хитрости пока еще александрийского мэра. Ну, например, можно вписать туда использование денег александрийцев на кинотеатр имени себя, потом откровенную ложь на сайте горсовета в сторону александрийских бизнесменов, отдельно звонки журналистам и оскорбления в трубку. Ну, а на этой неделе ловите еще два «Цепюкизма». Их я увидел в блогах Александра Кияшко и Виктора Головородько. Начну с первого. Так вот, оказывается, пока еще мэр Александрии решил приписать себе заслуги других. Ну, не в первый раз, но масштабы у него растут. Итак, первым делом, по словам Кияшко, Степан Цепюк решил повыпендриваться, мол, смотрите, какие в Александрии качественные дороги. Кому говорить спасибо? Оказалось, несмотря на все желания пока еще мэра Александрии, не Цепюку спасибо надо говорить. Вот оно чем. Ну, во-первых, спасибо самим налогоплательщикам. А во-вторых, центральная трасса Александрии – это дорога государственного значения, и финансировался ремонт из областного, государственного бюджетов, но никак не из городской. Но Цепюк решил эту медальку посвятить себе. Или взять парк в Александрии, который сейчас в аренде, я так понимаю, футбольного клуба. Там, судя по темпам и качеству реконструкции, он станет где-то на уровне киевского парка «Наталка». Правда, там в Киеве реконструкция за счет города, а тут... Ну, тут Цепюк тоже решил, что это он тут красавец. Решил нацепить еще немного орденов. Он решил, что это именно он привлек инвестиции в Александрию. Это как-то смешно, потому что человек, который вывешивает бигборды, доверяясь правам, лихорадочно ищет эти самые дела, которым можно доверять. Находит их у других и приписывает себе. Вот я называю такое недостойное поведение цепюкизмом. Другой александрийский блогер Виктор Голобородько на этой неделе акцентировал внимание на том, что в Александрии какая-то странная ситуация с заболеваниями на коронавирус. С одной стороны, пока еще мэр Цепюк в своих видеообращениях, вот как Кашпировский и Чумак, успокаивает, убаюкивает александрийцев. А с другой стороны, в Александрии очень подозрительное количество больных пневмонией. Виктор Голобородько буквально приводит цитаты пока еще мэра Александрии, и становится ясно, что за период со 2 по 9 сентября в Александрии 3 официальных случая заболевания коронавирусом, а количество пневмоний выросло с 18 до 32. Напомню, что пневмония – это одно из самых частых последствий коронавируса и, соответственно, сопутствующие заболевания. Виктор Голобородько сравнил действия Степана Цепюка с действиями советской власти во время Чернобыля. Когда трагедия уже произошла, то тогдашние руководители вместо эвакуации провели парад. Вероятно, такая советская логика вранья у пока еще мэра Александрии Степана Цепюка и засела в голове. После скандального Болоньи в руководстве Кировоградской облгосадминистрации тихо, спокойно и как-то по-деловому, что ли. Это как-то после херсонских непривычно.
Андрей Назаренко то, значит, с аграриями встречается, то с предпринимателями, то с Андреем Райковичем ездит в первую больницу проверить, что и как там. Ну и плюс к этому набирает новую команду. Херсонские все ушли, написали заявление. А вот в команду приходят, я так понимаю, местные кадры. Во всяком случае, за коммуникацию будет отвечать Елена Данилышин. Она работала на канале «Витер», возглавляла в свое время «Кировоградскую правду». Лену я знаю и желаю успехов на новом рабочем месте. Главное, чтобы Андрей Назаренко не повторял ошибок своего предшественника. Ни финансовых, ни коммуникационных. В еженедельнике «Украина-центр» прочитал интервью главного режиссера фестиваля «Вересневец самоцвета» Сергея Компанийца. Сам фестиваль должен пройти с 23 по 27 сентября. И каждый день там предусмотрено что-то новое. Будут и театральные шествия по центру города, и спектакли как профессиональных, так и аматорских театров. Кроме этого, флешмобы, конкурсы. В общем, желание и ожидание Сергея Компанийца прекрасное. Он собирается сделать ребрендинг фестиваля, который нуждается, ну, в новом дыхании. Тем временем актеры других театров уже записывают видеообращение к будущим зрителям. Обов'язком для справжнього театрала в Україні є відвідати хутір «Надія», який є біля Кропивницького, який справді вважається колискою українського театру. Сергію желаю удачі і сил на те, щоб пробити бюрократичне сопротивлення іскусству. Просто не знаю, что там в Кропивницком творится. После того, как на прошлой неделе появилось видео со страшной аварией, когда погибла женщина на бывшей улице Медведева. Ее сбила машина, я напомню, за рулем, которая была директоркой одной из школ. Так вот, буквально на этой неделе сразу несколько видео, почти ДТП, слава богу. Первое – это видео доказательства, насколько опасно в Кропивницком просто переходить дорогу на пешеходном переходе. Доходит до того, что одни водители останавливаются, машут другим, чтобы те тоже остановились, попытались хотя бы, чтобы пешеход спокойно прошелся по зебре. И не всегда это у них получается. Другое видео тоже поражает, и слава богу, все там закончилось хорошо. Но ребенок на самокате легко мог очутиться под колесами машины. И все это тоже в Кропивницком, на этот раз на Ковлевке. Вот вообще опасно в Кропивницком. Вот журналистка Суспильного, Аня Добронь, стояла, никого не трогала, записывала стендап для сюжета и попала в ДТП. Ну, почти в ДТП. Через півтори години учасники велопробігу фінішують у міському саду. Наступний відбудеться у травні 2021 року. Анна Добрань, Руслан Фошка. ДТП. Сонечко, ти ж смотри, куди ти їдеш. Слава Богу, это курьезное происшествие. Я вас прошу, следите за детьми и будьте аккуратны. Что пешеходы, что водители, что журналисты. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните. Все изменяются на краще за сприяння Андрія Богдановича. Вот никогда не буду баллотироваться с таким идиотским лозунгом. Пока.